В Украине и США начали поставлять уголь. Первая партия антрацита уже в пути. Способен ли он заменить уголь, добываемый на Донбассе, и насколько это выгодно стране? Дмитрий Анопченко видел отправку своими глазами. Отсюда, из угольного терминала порта Балтимор, Соединенные Штаты традиционно отправляют на экспорт полезные ископаемые. Этот сухогруз уже готов к отправке в Украину. Первая партия из 700 тысяч тонн, которые страна получит до конца года. Часть договора на 80 миллионов долларов. Казалось бы, стандартный бизнес-контракт. Но внимание к нему в США столько, что проводить судно в рейс прибыли ключевые чиновники новой администрации. Ваша страна сейчас активно реформирует экономику, и усилия по диверсификации источников энергии критически важны для успеха этих реформ. Проект, который мы начинаем здесь, часть большого позитивного труда, который, как мы надеемся, в будущем будет только развиваться. В американской прессе об этом пишут много и спорят, чего больше в украинском угольном контракте. Все-таки экономики или политики? А в украинской явно зададутся вопросом, насколько этот контракт финансово выгоден самой стране. Чиновники и дипломаты, которые прибыли, чтобы отправить в первый рейс новое судно, уверяют, Украина закупает уголь в Америке вовсе не себе в убыток. Мол, арифметика этого бизнеса проста. Первая поставка, пробный контракт, 62 тысячи тонн угля, за которое страна заплатит чуть более 7 миллионов долларов. А значит, цена порядка 113 долларов за тонну, не больше того, что Украина платила ранее. Дальше цены будет диктовать рынок, но дипломаты приводят простой аргумент. Коммерческие компании, приватные, уже сейчас тут цікавляться, как выйти в цей же проект. Это говорит про то, что абсолютно конкурентна схема комерційна, а політично, щиро кажучи, це важливо, тому що це є також сигналом з нашого боку для адміністрації Трампа, що ми готові співпрацювати в питаннях, які пріоритетні для нього, які він зараз заявляє тут в Америці. До порта Черноморск под Одессой это первое судно дойдет за 3 недели, а значит, американский уголь будет на украинских ТЭЦ уже в сентябре. Из порта Балтимор, штат Мэриленд. Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер».